Привет, друзья! Огненный апокалипсис начался в Красноярском крае. Все силы и средства работают на тушении многочисленных пожаров в населенных пунктах. Пожар в Красноярском крае распространяется более чем в 16 населенных пунктах. Горит около 200 строений, несколько пилорам, детский сад. По данным МЧС, для ликвидации пожаров задействовано около 300 человек и более 90 единиц техники. Задействован и пожарный поезд. Во всех случаях тушение осложняется погодными условиями. Сильный ветер ускоряет распространение пожаров и препятствует их ликвидации. В крае введен режим чрезвычайной ситуации. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр.